дедушка, старик людоед, живущий отшельником на болотах. Глава 2. Впервые дедушка встречается недалеко от пристани на болотах. Он может прогуливаться от пристани до ближайшего перекрестка, однако всегда остается на этом участке. После диалога с Геральтом, дедушка попросится проводить его к святилищу Мелители, которое будет отмечено на карте. По дороге спутники будут подвергаться атакам утопцев, эхинопсов и архиеспор. Последние могут нанести неприятно большой урон, поэтому следует соблюдать осторожность. К счастью, не Геральт идет за дедушкой, а дедушка за Геральтом, что позволяет продвигаться окольными путями, обходя опасное место. В случае атаки, дедушка благоразумно ретируется куда подальше, предоставив Геральту разбираться в одиночку, и вернется обратно, когда станет безопасно. Достигнув алтаря, дедушка отметит на карте расположение своей хижины, пригласив Геральта на чай и книги. К слову, книги, в отличие от чая, в хозяйстве дедушки имеются, правда, только одна. Но зато это, Эйнс оф Аур, одна из двух книг, что нужны Калькштейну для выполнения квеста, что позволит сохранить 300 монет, хотя скорее всего к этому моменту они уже будут потрачены, так как платный экземпляр книги будет встречен несколько ранее. Заглянув к дедушке на огонек, следует подойти вплотную к столу, за которым он сидит, и дождаться реакции Геральта на разложенный мясной ассортимент. После этого в диалоге с дедушкой появится дополнительная тема для разговора, которая развивается к выбору, убить каннибала или нет. В случае пощады дедушка отдаст Геральту рецепт яд повешенного. Во время выполнения поручения по сопровождению дедушки можно узнать от него много нового, а именно, возле трех островов, где находится обелиск Аде, дедушка расскажет ведьмаку о таких рецептах, как лес Марибора и бомба король и королева. Возле пещеры дедушка расскажет о собаках и о гробнице ворона. В месте, где живут друиды, дедушка расскажет о местах силы и для чего эти места нужны. Подозрительно осведомленный, обычный, дедушка живет на болотах. Возле башни мага, добрый дедушка расскажет, что башня закрыта, а открыть ее можно с помощью правильно расставленных сефиротов в обелисках и смерть самого совершенного создания, мага, стража. Дополнительно. Литературный прототип дедушки старичек Лесовичок, очень хотел Цири, но перед тем, как съесть ее, попытался изнасиловать, за что поплатился жизнью. Также дедушка с болот, в отличие от старичка Лесовичка, не ел детей.